Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас очередной обзор игры Шарарам, Страна Смешариков. Скоро у меня экзамен по океановедению, а я ничего не знаю. Неужели будет двойка? Ну кто ж тебе, доктор, что ты не учился? Нужно учиться хорошо. Говорят, в школе спрятан золотой дневник, а все плохие оценки в нем исправляются на хорошие. То есть вот он какой, нет бы сказал, там, помоги мне научиться, да, там, или узнать все. Он хочет просто исправить оценки. Но это вообще нехорошо. Я не сторонник этого. Так, ладно, идем дальше. Давайте вместе найдем дневник, и тогда плохие оценки нам не страшны. За помощь я подарю тебе костюм или мебель. Ну, хорошо, будем искать. Надеюсь, так. Мона знает все школьные секреты. Спросим про дневник у нее. Вот она здесь у нас. Мона, мы ищем золотой дневник, который исправляет плохие оценки. Слышала о таком? Может, слышала, а может, нет. Он же обманывает учителей. Ай-яй-яй. То, чем я говорил, да? Мона права, жульничать фу. Лучше подготовимся к экзамену. Запремся в библиотеке на 40 часов. Ух ты, у меня нет 40 часов. Вы чего? Библиотека закрыта на ремонт. Видимо, у вас и правда нет выхода. Мона, тогда расскажешь про дневник? Возвращаемся опять к дневнику. Впервые о дневнике узнали из этой надписи. Но от времени буквы стерлись. Угадай и напиши пропущенные буквы. Крутой дневник. Придумал я. Найдешь его. Найдешь меня. Тут сложного ничего, да? Хм, кто найдет дневник, тот найдет его создателя. А кто найдет его создателя, найдет дневник. Проверим фотку выпускников школы. Проверим. О, черная пятница, скидка 50% на все ШК до 26 ноября. Вот это круто. Ловите момент, друзья. Я-то свой момент словил еще, не помню, когда, месяц назад. Тоже 50% как бы на год. Поэтому мне уже не нужно. Но вот для тех, кто как бы хорошо учится, скажем так, можете там родителей попросить. Там так и так, кажется, хочу себе шарам карту. Тем более, что вот за 50% даже хотя бы на месяц можно купить спокойно. Итак, что нам здесь нужно? Подождите. Ага. В школьном альбоме мы нашли старое фото. Посмотри, что на нем, склей кусочки картинки. Так, нам нужно, получается, как-то с чего-то начинать. Может, вот это изображение. Вот, хотя бы одну часть я нашел. А дальше будет уже, я думаю, легче. Только что на нем? Даже не знаю, это что, акула такая, да? Так, получается, снизу, что это у нас? Креветка, наверное, да? Точно. Которая вечно кипишует. По идее, вот здесь вторая часть вот такая вот, которая не хватает нам кусочка на картинке. Соответственно, можно ее идентифицировать. Так, и вот еще одна. Я же говорю, главное начать, а там дальше будет уже довольно-таки просто, да? Ой. Чуть-чуть ниже нужно. Вот так. Вот так. Ну и, естественно, вот это сюда. Вот это. В конце вообще все быстро происходит. Так. Ты заметил? Одного ученика вычеркнули с фотки. Интересно, почему? Наверное, потому что всех обманывал, да? В плане оценок. А у кого узнавать? Впервые вижу, чтобы ученика убрали со школьной фотографии. Может, золотой дневник придумал он, и все за это на него обиделись? Точно, но как его теперь найти, если даже фото с ним испортили? Может, Злобикус придумал? Он может. Может, кто-то его помнит, или где-то остался шкафчик с его вещами. Гардеробщица Фёкла, она всех школьников должна помнить. Судя по ее лицу, она нам помогать не будет. Точно, тогда давай спросим у нее. Так, подождите, у меня вопрос. Фёкла не морской житель, откуда она здесь?
Говорят, она не смешарик, а компьютерный персонаж, а мир вокруг нас — это игра. Ох, брось эти глупости. Просто Фёкла трудоголик, берется за любую работу, даже подводную. Класс, тогда узнаем у нее. А школьник на фото? Золотой дневник? Не припоминаю. А освежи воспоминания Фёклы. Принеси ей конфеты. Конфеты, скорее всего, придется собирать долго и нудно. Так, это ясно. А где конфеты вот сверху лежат? Одна коробка, вторая, третья и снизу четвертая, да? Для тех, у кого нет шарам карты. А, ну они ж, по идее, даже и выполнять не могут этот квест. Ну, как-то так, ладно, подождем немного. А, мне нужно было отойти как раз немного. Вернулся, уже наши конфеты опять созрели, скажем так. Беру все. Хоть они мне даже все уже не нужны. И как вас тут, как всегда, куча народу сразу резко появилась, пока я отошел. Ну что ж, идем теперь обратно под воду. Так. Ученика, которого вы ищете, давно выгнали из школы за проделки. А вот его шкафчик остался. Интересно, как это? Обычно с вещами на выход, да? А не вещи оставляя, сам уходи. Так, а где шкафчик? Вот один шкафчик. О, я сразу тот, который нужен, нашел. Найдите дневник. Шкафчик закрыт на хитрый замок. Нажми все кнопки, на которых есть четверки. Начинаем слева направо, сверху вниз. Итак, четверка. Вот четверка. Так, рыбки 2, 3. Так, листик. Тут там нет четверки, 1. Вот четверка еще одна. Так, тоже листик. Вот 4. Вот 4. 4. Так, листик. Вот 4. Тоже 4. Вот так 4. И вот 4. По идее так. Да, ура, шкафчик открылся. А внутри ключ. Интересно, что он открывает? Узнаем. А что он может открывать? У кого спросить? А кроме ключа ничего не было? А какой от него толк, если мы не знаем, что открывать? А тут должна быть какая-то зацепка. Но я пока не понял, где. А сколько замков с шарарами? Проверим каждый. А как насчет этого морского конька? Вдруг он держит ключ не случайно? Да, да вряд ли. Ого, конек стал светиться. А смотрите, этот луч света указывает на статую, а дневник наверняка у нее. Так, вот эта статуя, да? Почему я не могу... А, вот он подлетел. Открыли. А вот и... Какой-то журнал. Спасибо, что нашли дневник. Я его беру себе, извините. О нет, двоечник схватил дневник. Ха-ха. Так. 5Б лучше. И что теперь? А двоечник чертик следил за нами и украл дневник. А мой дневник, экзамен, все. А что это такое звенит? Я думал, такого-то мелодия играет. Это звонок на урок. А скорее бежим, экзамен начинается. Я не могу, я не готов. А мне поставят 2. Эх, двоек боятся в школу не ходить. Озик, не волнуйся, мы прорвемся. Это точно. Это типа идти сюда, да? Поддержи Озика на экзамене, кликай на вход в класс. Хорошо. Так, не понял. Это я на выход, наверное, нажал, да? Так, был же вот вход. А, вот класс, с другой стороны вход. А если ты пройдешь с Озиком экзамен, ему будет не так страшно. Ответь на 5 вопросов. Следи за одноклассниками. А чертик всегда отвечает неправильно. Озик может отвечать правильно и неправильно. Не совсем я понял, конечно.
Вопрос 1. Рыба-молот – это название кита, акулы или дельфина? А рыба-молот – это кит, акула или дельфин? Чертик неправильно отвечает. То есть это не кит, акула и дельфин. А Озик... Так, акула, кит, рыба-молот. А дельфин или акула? Ну, по идее, акула это, да? Я что-то пока понял, как что к чему. Правильный ответ — акула, да. Так, какая плоская рыба умеет плавать на боку? Камбала или ёрш? Ну, чертик всегда отвечает неправильно. Раз у нас два варианта — камбала или ёрш, то значит, это не ёрш, это камбала. Логично. Камбала. Более-менее уже понял, что к чему. Так. У какой из этих рыб есть усы? У щуки, осетра или сельди? Ну, у щуки точно есть усы, я знаю. Нет. Видите, нет у щуки усов. Раз чертик говорит, что у щуки, значит, не у щуки. Осетр или сельдь? Ну, у сельдь... Часто ем селедку. Усов не наблюдал, скажем так. Значит, осетр. Так, о. Осетр. Да-да-да. А какой морской обитатель похож на зонтик и умеет светиться? Ну, медуза, наверное, да? Что, вариантов нет? Не знаю, сложно. А, медуза. Вот, видите? Все правильно. А сколько океанов есть на планете Земля? Ну, чертик, понятно, что отвечает неправильно. А, получается, Атлантический, Тихий, Индийский. Так, что-то я уже сам запутался. И Северно-Ледовитый, правильно? 4. Да, 4. А чертику ставлю 1. Озику 3. А тебе 5. А как же дневник? А, дневник работает. Смотрите, учитель сказал, сказал, что у меня кол, а в дневнике стоит 5. Эта 5, она была моей. Ух, если бы не ты, хулиган. А ну и что, главное не оценки, а реальный ум. А немедленно отдай дневник, чертик, он принадлежит нам. Я все-таки считаю, что первый вариант. А, говорите, что хотите. За 5 мне дадут лишнюю неделю каникул. Пойду отдыхать. Чао. А мне на каникулах придется ходить в школу и исправлять оценки. Эх. Озик, не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. А, просто, детки, зайди ко мне в кабинет. Хочу обсудить твою работу на экзамене, в общем, да? А, так, учитель. А, спасибо, что зашел. А, правда, у меня тут небольшое недоразумение. Медузы из аквариума сбежали. Учитель нашел всех медуз, кроме одной. Отметь ту, которой не хватает. Итак, розовый, голубой, зеленый, да? Потом фиолетовый, розовый, желтый. Как-то непонятно так. Получается, 2 зеленых, 2 розовых, 2 голубых. 2 фиолетовых не получится, потому что фиолетового у нас нет. Зато, может, наверное, 2 желтых. Я, если честно, не совсем понял прикол. Как тут вообще она действует? Не хватает. Как бы по красоте была розовая лучше здесь, но по логике вещей все-таки, наверное, желтая, я не знаю. Нет, видите, не желтая, все-таки, наверное, розовая была. А, ну вот теперь понятнее стало, когда у нас нет желтого, а получается голубой вот 2 есть. Ну, скорее всего, так, не знаю. Тоже не так. Да что ж такое, как оно решается? Так, опять вот получается у нас желтый и зеленый. Но зеленый рядом быть по-любому не может. Желтый, я так понимаю, тоже. Так.
Отметь ту, которой не хватает. Я не знаю, как вообще. Но вот зеленая рядом по логике никак не должна находиться. А желтая тоже. Получается так, что ли? Ну, как в первый раз так оно было. А, спасибо. А теперь давай обсудим мой золотой дневник. Обсудим. А неужели вы думали, что я его не узнаю? А дневник, который я изобрел. Вы, так значит, тот школьник, это вы? Да, я был любопытным учеником и придумал, как перекрашивать оценки с помощью кальмаровых чернил. И теперь у чертика ваша единица в пятерку перекрасилась. А разве это справедливо? Оценки в дневнике перекрашиваются не сразу, а ровно в полночь. А сейчас я поставил туда 5. А завтра утром это будет уже 1. Ха-ха, прикольно. А стоп, значит, чертик в итоге получит заслуженную оценку? А конечно, а вот ваша находчивость в поисках дневника меня поразила, так что вы с Озиком заслуживаете честной пятерки. Ура, пойду поделюсь с ним этой крутой новостью. Ну, в общем, как-то так. Так, столько новостей, что они у меня в голове не умещаются. А расскажите Озику все, что узнал про дневник. Напиши, к какому слову... Какое определение подходит? Так, Озик, учитель, дневник, чертик. Получается, первое, Озик. Он пропитан чернилами кальмара. Он получил кол. Он изобрел дневник. Он получил пятерку. Наверное, все-таки Озик получил пятерку, да? Дальше, учитель изобрел дневник. То есть 2 это В. Это 100%. Дальше, 3, дневник. Он пропитан чернилами. 3 это А. А, и чертик, ну, наверное, получил кол. Так я думаю. Хоть мы и не получили дневник, но хорошие оценки заработали. Спасибо. А выберите подарок, морской трон или морская форма. Ну, не знаю, мне такую форму не сильно, конечно, хочется носить. Хотя морской трон я тоже особо не использую. Но все-таки я больше по вещам. Тащусь в шарарами, поэтому все-таки возьму именно эту одежду. Вот такой вот у нас получился квест сегодня. Ну, я считаю, интересный. Не знаю, может быть, опять кто-то скажет, что это повтор. Я не уверен, я же играю не так давно, то есть 2 года всего. А, ну я такой не помню. То есть ближайшие 2 года такого не было точно. А поэтому мне понравился. Веселый, красивый, кажется, там про школу. А про то, как не нужно обманывать, все равно потом боком все вылезет. Это касается всех абсолютно, и детей, и взрослых, как бы, то есть, как добро всегда побеждает зло, да, так, и правда всегда вылазит наружу, как бы ее не прятали, и обман тоже. Нового больше ничего нет, стань друидов, новинки мебели, ведьмин дом и сокровища домового. В принципе, вот и все. Прочитаю ваш... сообщение чуть-чуть. Не знаю, может, и не прочитаю. Мне на работу срочно вызывают. Варианта 2. Либо выпускать видео потом позже. Вот, 105 запросов. Либо сегодня не читать. Ну что ж. Подарки успеваю. Подарок от Лики. Позитивная энергия. От Дениса. Так, куча ключей просили. От Джинни тоже энергия. Так, всем ключи раздаю. Мне не жалко. Мяу Муся прислала цветок, Марьяна, Тимуаш, Баффи, Сашенька, Сашак, Моника, Тролль Лорд, Модняшка, Маргарита ТВ, Президент, Маргарита Ш1. Ого, сколько ключей, ничего себе. Анда, это ж подарки от чертика. Так, Соус Сырный прислал энергию, Милаша Плей, Завод или Завод. Желть. Так, Ируся, Телеграм, Эмили, Соня Найс, Фирус Плей, Колоскова, Коля Бро, 40-45 год, ого, Ревизор Пок, Юзбек, Баз 3D, Сирена, но вот, к сожалению, остальные не поместились. И ваши открытки. Сколько их сегодня? 47. Ого. 47. Открытка от Завод.
Серура, То, Денис, Дмия и Крош, Кромка, Джинни, Марьяна, Дина Сова, Моника, Аниматор, так, хватит нам аниматоров. Ну вот видите, что творится. Вот вам из 47 открыток. Пропустили, сколько людей могло попасть в эфир. Обалдеть. Вот делать нечего человеку. А Крош, Данечка, Милаша Плей, Алтроль, Шилрти, в общем, такое. Марарашечка, Была, Юлечка, Телеграм, Черный Кот, Бэкхан, или Бэкхан, Эмили, Насяльни, Баффи, Фирус Плей, Колоскова, по-моему, уже было, чи нет, Черный Кот, Соня Найс, Мерлин и Маки, Беззубик ТВ5. О, видите, приходят это уже, которые новые, Билл Сайфер, то есть, который сейчас вы отправляете. Так, даже денег мне дали. Куча народу, конечно. Ну, к сожалению, друзья, я как говорил, я не могу уже читать ваши сообщения. Конечно, эфирное время еще есть, но времени нет у меня. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. А в следующий раз по-любому 100%, чтобы ни было, сообщения ваши почитаю, постараюсь подольше. Так что не всегда получается, прошу меня понимать. А если вам понравился этот квест и наш обзор, то поддерживайте это видео своими лайками, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Не забывайте заходить на мои другие каналы, если вам нравятся игры 3 в ряд. Я сейчас записываю каждый день там обзоры. А также, кому нравятся игры, скажем так, более взрослые. Сейчас я начал обзор про Лара Крофт, расхитительница гробниц. А сейчас просто Tomb Raider, Shadow, тень Tomb Raider, тень расхитителя гробниц. То есть новый обзор, но довольно-таки новая игра. Буду полностью ее записывать. То же самое, обзоры по GTA, там, ну и другие интересные игры на канале Просто Геймер. Ну и Roblox тоже. Так что, кто еще не знает, заходите. Ссылочки на все каналы мои под этим видео. Пока-пока, оставайтесь с нами.